Всем привет, друзья, это Кирилл Жорошворов, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Нью-Рак, точнее заканчиваем ее. Ведь в этой серии мы пройдем вторую половину игры. Сегодня мы пройдем с вами вторую половину этой игры. С 9 дня по 16, погнали. Так, и что в этой нити, капотался. Проблема, когда я играл во флеш-версию на старом компе. Так. Опа, я попрыгал. Опа, агент Аберсон. И что это за агент был? Что он какой-то? Ну какой-то агент, согласен. Давай, разворачивайся, сноси все. И живи каждого из этих. А! Да я тебя съем! Нет, я тебя съем! Хама! На! Скаканул на него и сожрал! Бедный чувак обычно. Ну просто что показывал ссылочка наверх, если мы надо было направо. Реклама появилась. В записи первой серии рекламы не было. Где она появилась? Не, она дико мешает. 10 уровень. Так, направо. Кого швырнуть? О, нашел цель. О, тут босяра. А, пошел отсюда, отстань меня. На, зашвыряй, ты что-то наделал. Опа. Опа. Шибанул его. На. Опа, на. На! Надо постоянно двигаться, чтобы он не стрелял в меня, чтобы он не мог меня попасть. Сначала умудряйся попадать. На! На! Уничтожено! Ха-ха! Реклама после каждого уровня, как-то неудобно. 11-й. Не было же рекламы раньше, а помню, не было. Что за стоп-дэм? Вон кушка на месте, я устранил. Я у всех вас уничтожу. Ага. 38-й, 95-й. Дестрой. Всех уничтожу. И попрыгал на финиш. Отлично. Копно будет реклама, так? Как я и сказал, естественно, была реклама. 12-й уровень. О, вертолет! На! Апа! Это что за нах? Пошел отсюда вертолет сраный! Вы не поймай этого тирака, он слишком силен! И он бежит от вас! Ах, турель поганая! Мочи турель! А! Да чё я тут? Странный. Ай, я не странный эмулятор. Ненавижу его. По-другому никак. А так слэш-сайтов, на которых я играю. Эту игру удалили. Ну там выиграть нельзя. Так что приходится выкручиваться. Опа. А да куда? А? А, на, лицо. А, нет, зачем мне стрелять так делать? Беги, Рекси. Беги, Рекси, беги. А. На. А. А. Да просто сожри его. Ты же мог в Лос-Анджелесе просто сожрать эти самолеты. Что ты бьёшь и не бьёшь так же? А, этот болван стреляет! Они попадают. Опа! На, в лицо! Ещё одна! Очень страшный босс! Ай! Пошёл отсюда вертолёт! Всё, это дело.
Дальше. 12-й левел. Насколько помню, был неинтересный. Но, может быть, я ошибаюсь. А, автобус! На, грызи людей, чтобы они не ушли отсюда. Аналогично был в Лос-Оджи, только там был поезд. Ну я как что ли подбежал. Я тебя поймаю. Не бежите. Он ушел. Ты должен его сожрать. Он даже целых два человека. Знаешь, что было или ушли? Непонятно, папа, ты не полицей спустил. И все, что ли? Это весь уровень. Ладно, как огром! Иди. Дальше 14-й левел. Так, здесь тоже сейчас был интересный. А следующий уровень, я помню, что он был хардкорным. У меня была куча этих таков, которые не мудаки, они правые ребята, это вы мудаки. Хотя нет, они все-таки мудаки, они издеваются от тиранозавра. Они посадили его в зоопарк и пытались над ним чудовищные эксперименты. Всячески издевались. Так что он просто мстит, реально. Так что это месть. За ваши коварные злодеяния над директом, ой, и над всей природой в целом. Да сожри ему уже. Лаги отстихи. Четверо кто-нибудь швырнет! А! Какой нахрен? Нет! Ёбкарный листак, ты чё? Я хотел помешать. Это что за турель? Окаянная. На. Да. Там еще где-то был человек. Где был этот полицейский ФБР? И так далее. А, нет, это был обычный человек. Спрятался от меня. Да, разные двери. Да я с ним короче до конца. Отлично. Рекламу в студию. Игра в рекламе была очень хреновая. Ну, нахер как говорится. Так, этот уровень был неинтересный. Здесь даже не указана наша цель. Просто иди вперед и всех жри! А! Полиция! ХВР! Пошел отсюда! А! На! Нет! Вы откуда здесь? На! Я съем сначала этого! Синенького! А кто бы синенький? Где побои? Сразу несколько! Беги! Не запомнил, как мне что сложно. Попал! Отжался! Тут еще! Это что? Как я так скаканул? Я не хочу! Спасите! Да, куда ты жмешь? Ты должен жать! Не туда! Победил! А я сейчас рекламу. По двое сидят, они все твердо меня били. Следовательно, все, я готов к точилам. Нет, я не готов. Я оказался не готовым. Я готов. Едь сюда. Чел. Где куда? Я иду вот так. Ах ты ж гад! Остался не вертеть. А тут какой-то... тут будет босс. Сначала добраться до босса, пожирать людей, потом сам босс! Это как-то не круто, учитывая, что это видео, чем более добавил. Пошел отсюда. Не будь таким жестким! А, чё, уже? Тоже мне вообще не жесткий. Как оказалось. Очередная кринжовая реклама. Погнали дальше. Последний уровень, где будет отличный самолет. Отдай, товарищ, мне эту игрушку. А я могу эту уничтожить? Я не могу, это дома. Людишки будут появляться со временем. Нам надо слушать. Нас сложно ядро. Это очень плохо.
Я попал по основной. Так. Так, ядрышко. Так, опять самолет. Помнит прыжовский. Я прям помню его. Лицо этого самолета. Ай, больно вообще-то. Самолет непоганый. Получай возмездие с тиранозавра. За все идиоты, которые вы делали над людьми. Получайте их. Ой, не над людьми, наоборот. За все идиоты, которые делали люди над животными. Получайте, ВБРшники. Ноу. Жрать. Ой, ты чё, замер. Хватай. Нет, пошел отсюда. Не отвлекаемся. Все, завалил. И это собачка не смеет. Все, Рект уничтожил ее. Все, Рект Нью-Йорк уничтожил. Погнали. Еее, мы прошли игру. Смотрите, какой Рект довольный, как машет головой. Ну, это у нас сегодня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делайте плейлисты. Всем пока-пока и до новых встреч.